Маленькие Адиль и Дулат занимаются футболом на стадионе в обществе «Динамо». Определиться с выбором юным мастерам кожаного мяча и перчатки помогли родители. У многих людей, занимающихся спортом, название «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» вызывает теплые чувства. Слышал об обществе «Динамо», так как на слуху «Динамо Киев», «Динамо Минск», там, «Динамо Москва». Здесь, говорят, хорошие тренера. Выбор пал сюда. Стадион у них хороший, дети с удовольствием сюда ходят. Если даже день пропустят, рвутся сюда просто. Нуржан Айтбаев привозит детей в «Динамо» около полугода. Юные динамовцы занимаются футболом 3 раза в неделю. Здесь им нравится все. Свежий воздух, ухоженное поле, красивый стадион. Мне с братом нравится сюда ходить, на этот стадион «Динамо». В этом стадионе у меня много друзей. Здесь играют хорошо футбол. Тут очень много секций. Тут мы с братом ходили на турнир, ходили на товарищеские матчи. Моему брату нравится кумир – это Шевченко, а вот мне нравится Рональдини. Начали! Юные спортсмены хотят быть похожи на знаменитых казахстанских олимпийцев. С момента последних пекинских соревнований прошло уже 2 года, а Адиль и Дулат помнят все. Как сильные и выносливые атлеты добывали победу, как поднимали флаг страны и вместе с гимном рос спортивный авторитет Казахстана. Вот тогда-то юные динамовцы и начали грезить спортом. К слову, из 132 путевок на китайскую олимпиаду 63 были у спортсменов-динамовцев в 22 видах спорта. Это рекордное количество за все годы выступления нашей олимпийской сборной. А из 13 завоеванных медалей 11 досталось спортсменам, представляющим общество «Динамо». С 92 года вот прошло 3-4 цикла олимпийских игр. За эти годы обществом «Динамо» было завоевано 33 олимпийских медалей. Это 8 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. И здесь бы хотелось сказать, большая заслуга, в первую очередь, это всех тренеров, всех тех наших динамовцев, которые стояли в это время, как сказать, у руля и у истоков становления вот казахстанского общества «Динамо». Общественное объединение «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» создавалось не один день и год, поэтому и насчитывает уже 85-летнюю историю успешного существования. История этого легендарного общества в нашей стране уходит корнями в 1925 год. Тогда был утвержден устав и образовано Казахское пролетарское спортивное общество «Динамо», в которое входили военнослужащие и сотрудники ОГПУ. Первые ячейки «Динамо» были образованы в Петропавловске, Чимкенте, Семипалатинске, Кызылорде, Уральске и Алмате. А в начале 70-х появились и в Мангистау. После гражданской войны большое значение придавалось физкультуре и спорту в Красной армии, чекистских органах и войсках. С тех пор прошло много лет. Однако направление деятельности Центрального совета «Динамо» осталось неизменным. Наша, как говорится, задача была не только раскрывать преступления, не только совершенствовать деятельность, так вот это именно подспорьем, большим подспорьем, залогом всего этих успехов являлась как раз физическая подготовка. В обществе «Динамо» более 90 тысяч членов общества «Динамо», которое объединяет все правоохранительные структуры и ведомства. И общество «Динамо» сегодня стоит твердо на ногах. Если раньше при Советском Союзе у нас была очень большая, мощная организация, сегодня она, как сказать, является одной из ведущих спортивных обществ нашей республики, потому что, вы знаете, после развала Советского Союза все общества, которые были, они исчезли, но наше общество, оно сохранилось. Центральный стадион Казахской ССР. В советское время в стране было множество спортивных обществ, которые развивали спортивное движение среди населения. Гремели такие известные общества, как «Енбек», «Кайрат», «Буревестник» и многие другие. Однако наступило новое время, и часть из них исчезла. Остались лишь самые успешные и сильные. Примером тому служит общество «Динамо», которое выдержало эпоху перемен и сегодня набирает силы для реализации своих целей. Рассказывает призер многих международных соревнований, один из первых основоположников вольной борьбы в Казахстане. Представляете, все распалось.
Буревестник, так, название только, я и не знаю это общество. Локомотив не знаю. Спортивный клуб армии тоже еле-еле там дышит. Там тоже. Я трудовые резервы вообще забыли, сколько было. Кайрат, ну где-то говорят, ну нету. А Динамо, как бы то ни было, может, трудный вот этот период, но Динамо сохранилось. Самые лучшие спортсмены, вот сколько я помню, 50 лет в спорте. Вот самые лучшие эти борцы, боксеры, штангисты. Вот я вспоминаю, ну, футболисты, хоккеисты, волейболисты. Все это было самое лучшее, это общество «Динамо». Вот я бы хотел, чтобы вот это все возродилось бы. Я рад, что, несмотря на разные ситуации, общество «Динамо» одно из обществ, которое сохранилось. И, несмотря на разные ситуации, она функционировала и функционирует. Общество «Динамо», несмотря на разные ситуации, она всегда работала, работает и, я думаю, будет продолжать работать. Конкуренция в то время была огромная. Вот, во всех этих обществах, в «Спартаке», в трудовых резервах. Очень большое внимание уделяли этому виду спорта. Работали там большие коллективы тренеров, очень таких амбициозных. На первенстве республики, на чемпионатах республики это было просто как на футбольных матчах. Там столько шума было, криков. Да. И очень были равноценные команды, что «Спартак» взять, что «Динамо», что трудовые резервы. Особенно «Спартак» с «Динамо» это были постоянные конкуренты. Вот. И буквально иногда там несколько очков разделяло на чемпионатах республики одну команду от другой. И борьба шла до самого последнего дня соревнований. Все болели, и спортсмены, и тренеры, и общественность, которая там была. То есть вот эта конкуренция, конкурентная вот такая борьба, она рождала результат. Сегодня в структуру ФСО, кроме Центрального совета, включающего два управления, вошли три отдела, 14 областных и 4 городских филиала. В «Динамо» ведут работу на общественных началах более 80 ведущих тренеров. Из них 7 человек на ставках Центрального совета физкультурного общества. Сейчас «Динамо» объединяет силовые ведомства, такие как МВД, КНБ, Генеральная прокуратура, МЧС, финансовая полиция, Комитет таможенного контроля Министерства финансов, КУИС, Министерство юстиции. Я бы хотел от себя лично, от командования внутренних войск, поздравить в первую очередь ветеранов Министерства внутренних дел, ветеранов «Динамо», ветеранов спортивного движения «Динамо» с нашим знаменательным праздником. И пожелать самое главное, что успехов. И чтобы у нас всегда олимпийский принцип развития «Динамо» всегда был на первом месте. В канун большого праздника я хочу от имени всех воинов-пограничников Республики Казахстан поздравить ветеранов, спортсменов, всех членов общества «Динамо» с 85-й годовщиной образования спортивного общества «Динамо». Пожелать им, самое главное, крепкого здоровья, успешного старта и достижения высоких побед. Ежегодно спортсмены, сотрудники органов внутренних дел, достойно выступают на международной арене. В 2007 году на чемпионате мира среди полицейских они завоевали 10 золотых и 2 серебряные медали. Сборная команда МВД заняла 3-е место во всемирном чемпионате по мини-футболу среди полицейских в королевстве Нидерландов. 5 золотых медалей завоевали офицеры-казахстанцы в Праге на чемпионате мира по борьбе самбо. Я думаю, что наши боксеры сейчас на Азиаде в Ганжу должны завоевать медали, так как сборная, национальная сборная нашей команды 80% составляет динамовцы. Я думаю, что хороший подарок, если принесут нам золотые медали. И также мы планируем на чемпионате мира в будущем году и на Олимпийские игры в Лондоне. Уже наши тяжелоатлеты доказали. И осталось теперь за боксерами и за другими видами спорта, что общество «Динамо» — это сила, движение, победа. Большая история, богатые традиции и потенциал. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике и старший лейтенант КНБ Илья Ильин, серебряный призер Олимпийских игр по дзюдо Асхат Джиткеев, чемпион мира по дзюдо Максим Раков, чемпионы мира по тяжелой атлетике Владимир Седов, Майя Манеза и Светлана Подобедова состоят именно в «Динамо».
Кстати, Манеза и Подобедова успешно выступили на чемпионате мира, который проходил в сентябре в Турции. Майя победила в весовой категории до 63 килограммов, завоевав золотую медаль. Светлана взяла золотые медали в каждом отдельном упражнении и, соответственно, в сумме двоеборья в весовой категории до 75 килограмм, при этом побив все рекорды. Хотел бы пожелать дальнейшего развития, такого же процветания, очень хорошая поддержка от спортивного общества «Динамо». Гимн играет, флаг нашей страны поднимается, это очень большой достижения, и в этом направлении мы работаем, и их внутренний дух, их воспитываем, чтобы они вот так выступали, и достоинством они выступают и показывают. Я думаю, вот этот дух патриотизма, это очень большую роль играет для наших спортсменов, тяжелоатлетов. В «Динамо» культивируются 24 олимпийских вида спорта, в том числе 19 летних и 5 зимних. Из неолимпийских – два вида – хоккей с мячом и рукопашный бой. Более 60% спортсменов-динамовцев из общего числа привязаны к стипендиям Национального олимпийского комитета. А после окончания карьеры спортсмены ФСО смогут продолжить служить в правоохранительных органах. А это большое подспорье. Общество, которое очень много сделала для развития спорта вообще в стране. Вот все, практически все штангисты, все, та же Подобедова, Седов, Ильина, не все динамовцы, Манеза, все в «Динамо» получают зарплату, и общество постоянно поддерживает, делает все возможное, чтобы ребята чувствовали себя уверенно сейчас. И главное, что в будущем, когда они закончат спорт активный, у них есть какая-то перспектива с работой. Люди, те, которые работают там, они мне помогли немножко стать взрослым. Я это хотел сказать. Стать более уверенным в жизни и идти вперед, стремиться. Наверное, тоже одна из таких вещей в жизни очень основных, как бы происходило в обществе «Динамо» у меня. В Казахстане это кузница спортсменов номер один. Поздравляю всех работников, участников общества «Динамо», спортивного общества «Динамо». Желаю всем процветания, счастья, здоровья, успехов, благополучия, побед, наград, всего самого хорошего, больших званий. И чтобы в «Динамо» была всегда вот такая же обстановка была, как сейчас, и даже еще больше, лучше, чтобы процветание. Процветания вам! Успехов и добра. Свыше 60 тысяч сотрудников органов внутренних дел являются членами «Динамо», которые объединены в 310 коллективов физической культуры. Особое внимание здесь уделяют подростковой преступности и наркомании, а также мерам, необходимым для ее снижения. Безусловно, один из способов снижения криминальной проблемы среди молодежи является популяризация и пропаганда физической культуры и спорта. В этом направлении работа ведется активно. По всей стране открываются спортивные кружки и секции. В прошлом году дети, которые сейчас занимаются футболом, они на Кубке города заняли первое место. Поэтому мы сейчас большое внимание уделяем по всей республике созданию секций. У нас на сегодняшний день по республике более 150 секций работают детских. И работают более 86 тренеров. Из них где-то 35-36 человек находятся на ставке, а остальные все люди работают на энтузиазме. Например, мы в Алмате сейчас как сделали? Вот сейчас в этом году мы построили здесь и новую площадку футбольную с искусственным покрытием. Переоборудовали спортивный зал рукопашного боя. Также переоборудовали тренажерный зал. Для всех желающих заниматься спортом и повышать спортивное мастерство, общество создает необходимые условия. Сегодня в республике работают 615 секций. Занятия проходят на площадках 170 капитальных спортивных сооружений, в том числе на стадионах, в бассейнах, тирах, игровых, борцовских и тренажерных залах. Вообще, конечно, я очень признательна обществу «Динамо» за ихнюю человечность, человечность именно вот к спорту, к спортсменам, что они поддерживают спортсменов,
помогают. Помогают морально, помогают где-то физически, где-то материально. То есть это, наверное, не каждая организация, не каждый клуб такое делает. То есть я хочу сказать им большое спасибо за их поддержку и отзывчивость. Я считаю, что общество «Динамо», они огромный вклад вкладывают в развитие спорта в нашей республике. Все наши звезды состоят в обществе «Динамо». А работы у спортсменов – непочатый край. Ведь только детских секций у общества по республике более 150. Но в стане динамовцев, несмотря ни на что, полным ходом возрождается детский спорт. По всей республике с молодым поколением работают организации «Юный динамовец». Ребятам далеко до пьедесталов почета. Поэтому главная задача тренерского состава – заинтересовать детей в занятиях спортом. И это удается. Увлекательные программы-праздники с проведением конкурсов по различным видам спорта, прошедшие в канун Дня защиты детей, показали боевой настрой мальчишек и девчонок, стремившихся покорить спортивные вершины. Руководство общества «Динамо» приняло решение сделать подобные соревнования регулярными. Не исключено, что именно среди 5-7-летних ребят, азартно соревновавшихся друг с другом на детском празднике, найдется замена сегодняшним олимпийцам. С юного «Динамо» у нас начинали вот этот большой спорт. Тот же бывший первый заместитель председателя Тимур Дасымбетов, который стал чемпионом мира, Валерий Рачков, боксер. Также Демьяненко, боксер, у нас прошел путь от юного «Динамо» до призера Олимпийских игр. Также хочу назвать Ольгу Шишигину, которая стала олимпийским чемпионом. Все эти люди, они непосредственно начинали заниматься здесь, в секциях общества «Динамо», и достигли вот таких больших результатов. В «Динамо» созданы все необходимые условия для совершенствования физической подготовки личного состава правоохранительных органов. Лучшие из сотрудников составляют основу сборных команд. Здесь регулярно проводят массовые спортивные мероприятия. Эти соревнования на уровне районных отделов, городских ДВД и министерском уровне. Кроме того, динамовцы провели 3 чемпионата среди правоохранительных структур по футболу, волейболу и самбо. Таким образом, в год проходит до 200 крупных спортивных соревнований. Вот, наши ветераны, казалось бы так, вот, уже вышли на отдых, какой там физкультура, какой спорт. Вот в прошлом году был объявлен, ежегодный у нас проводится в МВД, спартакиада по многим видам спорта. И вот наши пенсионеры, в кавычках я так говорю, да, они заняли общие команды второе место. Это были в шоке другие, потому что комитеты, департаменты, действующие офицеры. Ну, это мы преподавали, как говорится, урок. Более того, по отдельным видам спорта, по легкой атлетике, плаванию, стрельбе, наши ветераны занимали первое место. С 56-го года являюсь членом этого общества. У меня уже в крови привито. Вот. Прежде всего, утром встал, это физическое физзарядка. Вот. Поэтому это прежде всего здоровье, вот. И роль общества «Динамо» в этом плане очень большая. Доброй традицией в спортивном обществе стало совместное проведение с МВД благотворительной акции «Динамо. Спорт детям Казахстана». В рамках акции проходят детские эстафеты, соревнования по пионерболу, баскетболу и мини-футболу. И это дает отличные результаты. По всей республике в акции принимают участие около 5000 детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет. В канун такого большого праздника я бы хотел от всех ветеранов, тренеров, спортсменов, вот, молодое поколение «Динамо», во-первых, поздравить большим таким юбилеем, пожелать всем динамовцам крепкого-крепкого здоровья, благополучия в семье и спортивных удач на международной спортивной арене. Еще раз. На сегодняшний день «Динамо» вошло в Международный координационный совет, который объединил 14 стран. Бывшие страны СССР плюс Болгария, Румыния, Италия и Монголия.
Три координационных совета уже прошло в России. Не так давно здесь возобновили спортивные мероприятия по динамиаде. Очень радостно и приятно, что к нам присоединились другие страны, наши единомышленники в спорте. Я думаю, что к этой знаменательной дате мы подошли с хорошими спортивными результатами. Желаю дальнейшего процветания и крепкого сотрудничества. Динамо спорт қоғамының қызметкерлерін, спортшыларын және де бүткіл ішкі істер министрлігін осы 85 жылдық мерейтойымен, үлкен мерейтойыменен құттықтаймын. 85 жылдық бұл аз уақыт емес. Осы 85 жылдың ішінде Қазақстанның спортының дамуына Динамо қоғамы ерекше бір орны бар. Сондықтан да Динамо қоғамының қызметкерлері, спортшылары және де басқа осы спортты жақсы көретін қауымға осы үлкен мейрамдарыңызбен құттықтағым келіп отыр. Құттықтай отырып сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, тек қана спортпен айналысуларыңызға тілектеспін. Спортпен айналысқан адамдар дені сау, мықты да, отанымызға келешегі мықты, дені сау, болашақ ұрпақты тәрбиелейтініне кәміл сенемін. Никогда будет праздноваться 85-летие Динамо, большого такого трудового ордена Ленина, бывшего общества. Мне, конечно, хочется пожелать и всем ветеранам, тренерам, и всем спортсменам, динамовцам, и всем руководителям спорта, которых мы знаем, которые нам помогают, постараться сделать так, чтобы и построить новые залы, и воспитать новых достойных спортсменов, чтобы Динамо как раньше процветало, чтобы было самым лучшим обществом, как оно и было. «Динамо» совместно с МВД РК подготовила новую программу развития на 2010-2012 годы, где полностью определила цели и задачи. Время показывает, что спортивным организациям страны отводится очень сложная, ответственная и полезная роль. Профессионалы твердо уверены, общество «Динамо» – это модель, по которой строится и развивается физкультурное и спортивное движение в стране, главная задача которой – укрепление здоровья людей, бодрости духа, выработка силы, выносливости, воспитание здорового подрастающего поколения. Ведь впереди множество различных турниров, чемпионатов и соревнований. Одни из них – Олимпийские игры в Лондоне, которые пройдут в 2012 году. Если будет условие, должен быть результат. Потому что у нас сейчас все лучше и лучше в Казахстане. И спорт развиваться стал, и нас не стали забывать. Нас все время вызывают на министры, вызывают на... награждают, да, не забывают нас. И поэтому они нас хорошо поддерживают. Хочется поздравить достойное общество «Динамо» со славным юбилеем, 85-летием. Надеюсь, что, так сказать, светлые моменты у «Динамо» еще впереди. Всех «Динамовцев» поздравляю с 85-летием. Желаю всем, ну, во-первых, крепкого здоровья, успехов, в общем-то, на каждому на своем поприще, кому в спорте, кому на работе. Всех благ. Юным динамовцам хочу пожелать набираться мастерства, упорства. Занимайтесь, ребята, тренируйтесь. А ветеранам, конечно, здоровья, чтобы никто не болел, но чтобы их никто не забывал. Общество «Динамо» я хочу пожелать, прежде всего, процветания. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться, укрепляться и развиваться. Я хочу поздравить от всего сердца всех работников, всех сфер «Динамо» с этим прекрасным юбилеем, 85-летием, пожелать всем здоровья, счастья и дальнейших успехов в популяризации всех видов спорта в организации «Динамо». Продолжить желаю всем спортсменам и тренерам продолжать славные традиции общества «Динамо». От себя и от своего коллектива я хочу пожелать вам, конечно же, новых побед, больших достижений в спорте. Пусть будет у вас олимпийское здоровье, спокойствие олимпийское, несмотря ни на какие кризисы и кризисные явления. Ну и, конечно же, мира всем вам, вашим детям, близким и друзьям. Спасибо.
Если так проанализировать, так обернуться назад, все действительно наши знаменитости, спортсмены, практически 80-85% вышли с нашего общества «Динамо». Еще раз поздравляю с праздником. Будьте здоровы. Поздравляю с большим событием. Это 85-летием «Динамо». Только единственное, одно только пожелание – так держать, пожелать им больших успехов на большой арене мировой и республиканской. Я бы хотел поздравить всех членов общества «Динамо», тренерский состав, центральный аппарат «Динамо» с этой знаменательной датой, 85-летием создания спортивного общества, физкультурного общества «Динамо». Пожелать всем доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях и дальнейших успехов в достижении больших, высших результатов в спортивных делах. Те люди, которые создали это общество, те люди, которые работают в этом обществе, те тренера, те спортсмены, которые подняли это общество, мне хотелось бы в первую очередь их поблагодарить, потому что без этих людей, которые поднимали имидж, поднимали статус этого общества, без этого общества «Динамо» она бы сейчас бы и не было бы ее. От имени Президиума Центрального Совета «Динамо» поздравляю всех динамовцев с большим юбилеем, 85-летием образования общества «Динамо» в Республике Казахстан. Пожелать всем здоровья, счастья, успехов и больших спортивных достижений во славу нашей Республики Казахстан.